Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epica 2011 года выпуска. В принципе, здесь год вообще не имеет никакого значения. Вопрос в чем? У меня пару раз спрашивали люди, в чем секрет. Машине почти 6 лет, а эмблема на решетке как новая. Она действительно новая. Эта эмблема стоит уже, наверное, около 3 лет заменена. Оригинальная эмблема сначала начала облазить внутри, потом она в итоге вообще отвалилась. В оригинале эмблема идет только с решеткой. Стоит она там что-то в районе 6-6,5 тысяч, если я не ошибаюсь, это старая цена. Насколько она новая изменилась, не знаю. Эмблему подобрал. Номер ее 966-341-88. Отдельно продается эмблема. В закупе она что-то от 900 до 1400 рублей. Там в зависимости от поставщиков, кто предлагать будет. Подходит отлично от старой эмблемы. Я остатки скотча оторвал, почистил, обезжирил, приклеил. И вот она у меня смотрится как новая. Заднюю эмблему тоже предстоит поменять, пока я этим еще не занимался. Сейчас покажу, что у меня с задней эмблемой. Какие вопросы. Точно так же начала цвести эмблема. Видно, что попадает влага. Вот она. Внутри. Золото это начинает вспениваться все. В итоге она отвалится. Когда подберу эмблему, что там будет. А может быть, она оригинальная, быстрее всего идет отдельно. Заменю, тоже покажу. Всего вам доброго.